Министерство внутренних дел России вынесло предложение о наделении полиции полномочиями по контролю и надзору за пожарными подразделениями до конца 2019 года. На портале проектов нормативных правовых актов появилось уведомление о старте разработки необходимых поправок к положению об МВД. Краткое описание проблемы. Наделение МВД России полномочиями по организации и осуществлению федерального государственного пожарного надзора, говорится в документе. Планируемый срок вступления изменений в силу обозначен в акте август 2019 года. Каких-либо подробностей об основании причин для внесения подобного рода поправок на данный момент не приводится. На сегодняшний день функции Госпошнадзора обеспечивает Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий МЧС. Не уточняется, насколько полными будут переданы функции от МЧС к МВД. Официальные комментарии представителей ведомств пока отсутствуют.